Президент Греции Прокопис Павлопулос считает, что созыв в конце следующей недели саммита Евросоюза по вопросам миграции поможет выработать общую европейскую политику в отношении бегущих от войны людей. Сейчас время для Европы показать, что у нее есть политика по главной проблеме, проблеме беженцев от войны. До сих пор в миграционной политике Европа встречалась лишь с нелегальными мигрантами и лицами, ищущими политического убежища. Наш век показал большую проблему беженцев от войны. И этот саммит поможет Европе разработать политику по этому вопросу, а одновременно и внешнюю политику с точки зрения Европы. «Во внешней политике я имею в виду политику против войны и за мир», сказал Павлопулос на встрече с первым замглавы МВД по вопросам миграционной политики Яннисом Музалласом. Музаллас, представлявший Грецию на Совете министров стран ЕС по внутренним делам и миграции, сообщил, что будет созван еще один внеочередной совет, поскольку были разногласия со стороны ряда стран. По словам министра, хотя сейчас решения и не были приняты, на Совете удалось изменить климат. «Мы показали, что наша маленькая страна со своими собственными ресурсами делает все, что необходимо. Теперь пришла очередь Европы проявить солидарность», — сказал Музаллас. Президент поблагодарил министра за участие в Совете министров, заявив, что Европа может вдохновляться принципами и ценностями Греции. Он высказал надежду, что Совет министров по вопросам миграции, который пройдет в следующий вторник, выработает какие-то решения. Совет министров внутренних дел и по делам миграции 14 сентября не смог договориться по распределению 120 тысяч беженцев в Евросоюзе. При этом только в Грецию с начала года прибыли 250 тысяч беженцев, в том числе за июль и август 157 тысяч.